Очередная партия гуманитарной помощи была отправлена военным, которые находятся в зоне специальной военной операции. В этот раз усилиями прихожан и казаков Рождественского храма были собраны и переданы плащи-дождевики, предметы первой необходимости, бритвенные наборы и зубная паста, а также продукты питания – консервы, крупы, печенье и конфеты. Прихожане приносили продукты, а кто-то передавал денежные средства, на которые помимо средств первой необходимости был приобретен и передан военным квадрокоптер. Вот наши прихожане собрали еще один квадрокоптер. Пусть он помогает нашим ребятам сражаться на фронте за весь русский мир и приближать нашу общую победу. Спасибо за Христа. Дай Бог вам здоровья, душевного и телесного. Очень важно внести собственный вклад и поддержать защитников нашего Отечества. Все, Богом, Богом, помоги нам, Господи.